Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів до парламенту. Вона назвала ці вибори новою формою гібридної війни і назвала їхні результати сфальсифікованими. Крім того, президентка закликала людей вийти сьогодні ввечері на акцію протесту у Тбілісі. Ми були не лише свідками, а й жертвами того, що можна назвати лише російською спецоперацією, новою формою гібридної війни, яка ведеться проти нашого народу і нашої країни. Як остання незалежна інституція в цій країні, я повинна чітко заявити, що я не визнаю ці вибори. Визнати їх було б рівнозначно легітимізації захоплення Грузії Росією. Давайте нагадаємо, у Грузії 26 жовтня відбулись парламентські вибори. Так, за даними Центральної виборчої комісії, провладна партія «Грузинська мрія» набрала понад 54% голосів. Опозиційна партія «Коаліція за зміни» отримала 10,8%. Грузинська опозиція вже назвала ці вибори вкраденими і звинуватила владу у тому, що вона вкрала у грузинського народу перемогу і європейське майбутнє. Окрім всього того, не визнають попередні дані Центру виборчкому з парламентських виборів і неурядові організації. Воднораз прем'єр-міністр Грузії та член партії «Грузинська мрія» Іракли Кабахідзе запевняє, що пріоритетом влади є євроінтеграція. Отже, друзі, все, що відбувається в Грузії, ну і плани на сьогоднішній день ми маємо можливість обговорити із колишнім заступником міністра юстиції Грузії та України. Нами на прямому зв'язку Гія Гецадзе. Гія, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Гамар джоба, Гія. Добрий вечір, дякую за запрошення. Розкажіть нам, будь ласка, про настрої, що зараз відбувається у Грузії. На сьогоднішній вечір назначені мітинги та такі акції протесту. А чому на сьогодні, якщо результати по факту були відомі вже в суботу? В принципі, офіційно ще Центральна избирательна комісія не об'являла кінечні результати, тому що будуть ці процедури, суди і так далі, і якийсь процент може змінятися, але на самом деле это, в принципе, мы имеем дело не с фальсификацией выборов, когда там добавляется там 5 или 7% или что-то там. Там просто они написали процент, который они считали нужным и крапка. И поэтому это, ну, получается, что каждый второй грузин хочет жить в путинской деревне. Ну, короче, невозможно ни по каким опросам. Поэтому я думаю, что это очень важно. Это последний шанс для Грузии, чтобы вырваться из влияния России и чтобы попрощаться с грузинской мечтой, которая с первых дней были лояльными к режиму Путина. И другого такого шанса у Грузии не будет. Что, с чем мы имеем дело? Я уверен, что грузинский народ будет выходить каждый день на демонстрации. Там они себя считают оскорбленными, они хотели, чтобы власти мирно передали власть, и все знали, что они проигрывают. И с другой стороны, надо конкретная поддержка от Америки, Британии и Евросоюза. Но это должна быть конкретная, а не просто заявление «I'm really very sorry» и так дальше. Потому что если это сейчас Бедзина Иванишвили получится, тогда, ну, мои грузинские друзья говорят, что там будет белорусизация Грузии, но извините, но белорусизации Грузии тоже не будет. Гея, скажите, пожалуйста, Так, слухаю. Не так давно у вас було голосування теж надзвичайно скандальних законопроєктів, які безпосередньо впливають на життя в Грузії. Та, це не такі парламентські вибори, це не обрання вектору Росії чи Європи, але все одно я кажу про законопроєкти, так звані, про інагентів. І тоді дуже багато грузин теж виходили на вулиці, і тоді теж чинили супротив, але не вдалося зломити цей тренд. То що сьогодні вас переконує, що буде інша ситуація на вулиці? Це дуже хороший вопрос, це дуже важливий вопрос. Потому что тогда процедура не позволяла мирно менять власть. А сегодняшняя процедура уже позволяет мирно не легитимизировать власти старые, которые украли выборы. Как? По Конституции Грузии полномочия парламента
признается, когда состав парламента находится минимум 2/3 членов парламента. Это значит, что если сейчас все четыре партии, все четыре большие объединения откажутся от откажутся от того, что они будут входить в парламент, и они снимут свои избирательные списки полностью Центральной избирательной комиссии, тогда придется грузинской мечте собраться там 82-84 человека, и они не могут проголосовать за признание полномочий нового парламента, потому что это будет нарушение, грубое нарушение Конституции. Поэтому у всех грузин, потому что они хотели мирно и в рамках Конституции поменять власть, было это ожидание, что дождемся выборов, если у них там хватит разум, что они мирно уйдут и будут передавать власть, будут. Хотя я в это не верил, потому что, ну, когда ты имеешь дело с путинским режимом, с Путиным там на выборах не садятся и невозможно выиграть, правильно? Но сейчас есть шанс. Это, я думаю, что это будет последним шансом для Грузии, чтобы и легитимно, и по закону, и по конституции не позволить их, и не позволить им легитимизировать парламент. Тогда они будут просто собрание каких-то людей, которые не могут назначить ни правительство, ничего, и в течение 6 месяцев тогда должны состояться неочередные выборы. Но в это время у них есть, посмотрите, у них есть ресурсы, у них есть финансовые ресурсы, у них есть правоохранительные органы, они могут шантажировать своих граждан и так дальше. Поэтому, я думаю, это очень важно, чтобы наши партнеры приняли конкретные решения про санкционирование конкретных людей, которые украли у граждан Грузии выборы. А як ви для себе пояснюєте, чому риторика тієї ж таки грузинської мрії по відношенню до опозиції, яка була спрямована на грузинський народ в тій частині, що ну, от, якщо опозиція, то буде війна у Грузії за прикладом України, тому не голосуйте так. Чому це справдилося і якщо вони це справдилося? Вони пугають, ну вони, посмотрите, в 2012 году Бедзина Іванішвілі обіцяв грузинам, що кожному селу подарить по 5 мільйонів доларів. Потом обіцяв, що він будет собирать там у них виноград и сам покупать, давать бесплатные кредиты и так дальше. Это все закончилось. И в конце у них единственное то, что они могли сделать, они захотели напугать грузин. Мол, у нас нету войны, а вот в Украине война. Но извиняюсь, как у нас нету войны, если оккупировано уже 20% территории Грузии и русские танки стоят за 40 километров от Тбилиси. Какой мир? Но есть какой-то процент людей, на которых это работает. И я сейчас вам скажу, если мы сравним. Посмотрите, они за границей на всех округах проиграли очень крупно. В смысле, самый большой процент, который они получили там, в каких-то городах за границей, это был 14%. Понимаете? И в Тбилиси самый большой процент они получили 42%. А в регионах, там, где не хватало наблюдателей и так дальше, они получали 80, 90, 95%. Это после Брежнева не было вообще никогда на постсоветском пространстве. Понимаете? Они все методы манипуляции применяли, чтобы у них было 60%, но все равно не получилось эти 60%. Это значит, что ну, исходя из того, как голосовали наши граждане за границей, они получили бы на честных выборах от 15 до 20%. Экзит-пол, который проводится Edison Research, который проводится с 2008 года, еще раньше, они никогда не ошибались больше, чем 2%. Понимаете? И когда Edison Research написали, что у грузинской мечты там 33-34%, ну, вся Грузия была уверена, что в конце концов можно будет избавиться от них с мирной передачей власти. Не получилось, не получилось. Сейчас грузинский народ, я уверен 100%, они готовы защитить свои голоса. Сейчас надо мудрость президента Зурабишвили. Она, кстати, вчера хорошо начала. Сейчас будем смотреть, как она будет продолжать. И принципиальность четырех партий,
объединений, чтобы ни один из них не вошел в парламент и не создал им большинство, которое может признать полномочия новоизбранного парламента. Є, дякуємо вам велике за те, що ви знаходите час і можливість коментувати ці важливі теми для українського народу. І будемо спостерігати за тим, як розгортається ситуація в Грузії. Колишній заступник міністра юстиції Грузії та України Гія Гецадзе був з нами на живому зв'язку.